Итак, здорово, господа, с вами Нео Папа. Это четвертый урок создания парсера на C++. Ладно, постараюсь побыстрее его сделать. Так, вот мы две функции добавили, int-string и string-to-int. Так, cpp, да, вот сюда. Куда я их добавил? А, ну все правильно. Так, все, я поподписывал вроде. Так, где наша последняя? Вот здесь, вот, вот эту вот функцию мы делаем, да? S-page. Так. Сейчас зайдем на Google. Ой. Так, на киберфорум зайдем. Где наша тема? Вот я хочу стянуть темы. Вот тух ПКП для начинающих, да? Ну, где эта громадная хоть одна тема, а? Вот, вот это, как изменить строку файла. Вот 4 страницы тут мы видим, вот я хочу их считать. Ребятка, видите, вторая, вот адрес, он внизу он подсвечивается, когда наводим page2html. Так. Зря я, видите, вот забросил тогда, когда я понимал. Сейчас уже я не помню, что такое http-doc. Так, ладно. page2html, так. csm-cmatch. Есть. Что у нас тут за есть? SM, так, есть. Ага, мы вот ready for Ajax search, если... А, да, если есть, то давайте сделаем тут exit 1 пока. Exit 1, а, вот, вот здесь вот exit 1, давайте сделаем exit 1. И посмотрим, что у нас будет. Так, надо, конечно, скажем, скомпилировать. Опа, пошла. Я все-таки этот парсер доделаю, что долго на него тратить время. Смысла нету. Так. Вот видите, S. Вот такая вот, короче, страница. Вот такая вот хорошая страница, да, вот мы изменили, был такой, потом стал вот такой, page2html добавили. Так. Берешь себе док один, так. Давайте main глянем. Так, что тут? А, вот, get http-doc 1. Так. Так, смотрим. Вот http-doc, да? Вот, есть. Get http-doc 1, S. И теперь мы нам надо... Чуваки, нам теперь надо, сейчас вот я заново скомпилирую, вот эту вот двоечку, вот page 2 двоечку, заменить на троечку. Как мы делаем? Конечно, используем regex search, давайте. Regex replace. Вот здесь вот сейчас вот мы сделаем на тройку, s равняется... Не, наверное, Regex Search надо. Regex Search. Regex Search. S, запятая, SM. Regex. Ну, RV тут надо нам. Какое будет RV? Ну, и увы, не S. Ребятки, не S.
Так. Ctrl-X. Так. Это я пока просто делаю так. Ну и посмотрим, какое нам надо регулярное выражение. Вот видите. Page. HTML, да? Пишем page HTML. Вот тут вот. Page. .html, да? А тут у нас мы видим число. Так, точку надо заэкранировать. Я не помню, как ее экранировать. Вот так вот. А число. А число у нас, ребятки, это два экрана D. Вот так. Не, ну тут обязательно, конечно, оно должно быть. А здесь впереди любой текст. Как нам любой текст поставить? Точка. Вот так вот, да? Теперь сделаем сохраняющие скобки. Оп. Вот так. Ну, конечно, точку надо, по-моему, двумя экранировать. Вот так вот. Я уже забыл, как правильно писать РВшки. Так, что тут? Естественно, плюс. Надо же... Здесь что будет? Начало, по-моему, так обозначается. Конец вот так вот. Давайте попроверим, что у нас получилось. Cout. А, ну посмотрим. А, да, да. Cout. S.0. Блять, не так. SM. Я уже не помню, как SM. STR, да, вот так вот. Ну, давайте проверяем, не вылетит ли оно. Видите, все правильно получилось. Так, ну, короче, нашло. Оно нашло, а теперь мы давайте сделаем SM. 11. Должна быть двоечка. Я не ошибаюсь, там должна быть двоечка. Вот смотрите, двоечка, видите? Замечательно. Теперь давайте мы сейчас вот... Ну, я просто регулярное выражение знаю, да? Поэтому я и не переживаю. Я даже 33 сделал. Вот 330. И оно их должно найти. Знаете, 333. Мы число находим. Легко находим число. Вырываем это число так. Бля, вот здесь вот. Вот мы его выводим так. S, да, это S. Давайте int n 0 обозначим так. Не, ну я не хочу в начале. Я где я действую, там его и обозначаю. Вот нам вот здесь вот надо. Да, вот здесь мы и обозначаем. Int n равняется int string 2. Int sm1 str. Вот так вот. Так, cout n, cout n равняется n, n, так, проверяем, получилось ли у нас что-то или нет. Видите, n равняется, получилось. Так, дальше идем, идем дальше.
Ну это жадный, похоже, квантификатор, да? Да, жадный. Он по умолчанию жадный. Ладно, все правильно, так, смотрим дальше. Ну мы вот эту вот всю штуку, эту всю копируем, n равняется так, к. Вот эту всю штуку проверенную копируем, Ctrl-X, сюда в цикл. N. Делаем n++, тут n++. Чё? Не, я не буду, это рано, я все-таки его скопировал. Давайте Ctrl-X. Назад его поставим, сюда v. Блять. Так, все. Так. Вот n++. Так, плюс нули. Теперь нам надо назад сформулировать строку. Это легко сделать, чувачки, это легко сделать. N равняется, ой, не так. S равняется regex replace, ну, замену сделаем. Regex replace, S, запятая, regex. Что на что заменяем? Ребятки, мы заменяем вот эту вот штучку, да? Page. Так, page D плюс. Обязательно, да, должен быть HTML. Удаляем его просто. Давай. Запятая string. Мы его просто удаляем. Так, дальше. Удалили. Давайте, а дальше формируем cout s. Так, дальше формируем s плюс равно. Так, минус page. Плюс int. String n плюс точка html. Все по-простому, да? Все s. Вот сейчас проверим, получилось ли у нас все сформировать или нет. Видите, чего? Expression string does not the referenceable for instruction how your program is in session. Прервать. Так, ну это фигня. Ребятки, это фигня. Так, риск вот сюда. Давайте тут оставим черточку. Так, а здесь вот сделаем не так вот, да. Вот здесь вот не плюс поставим, а здесь S плюс равно. И здесь так же самое сделаем. S плюс равно вот так вот. Так. Так, я думаю, может так получится нормально. Ну-ка, что-то там с итератором. Да ты глянь, гадость, а. Я уже забыл, так оно постоянно вылетает. 334. Стандарт, outrange, выход где-то пропустить.
Ну, чувачки, тут где-то вылет, идет так. Ну, давайте проверим, где оно идет. Давайте вот здесь вот оставим уже exit 1. Мы сейчас все это проверим. Дебаг режим. Видите, замечательно пошло, вот когда мы здесь остановились. А вот здесь тоже пошло замечательно, посмотрите как. А, вот, тут это вот, ребятки, неправильно. SM1 из TSTR. А что это за фигня? А, ну да, тут нету, а вот есть SM1. Его просто удалим отсюда и все. Проверяем еще раз. Вот видите, изменилось, все нормально. Так. Так, мы ищем, давайте это все скопируем, куда нам надо. Вот так вот, ready to replace. Не, я сейчас это все поудаляю, чтобы оно не мозолило тут. Спейнчи, да? Кстати, вот так вот прибавлять, оно считается быстрее, чем в одну строчку. И создаются промежуточные объекты. Или я уже не помню. Так, все, тест сравняется с MDL. Так, давайте этот скопируем. X. И сюда, опа, добавим. Блин. Ну, плюс-плюс можно тут оставить. Ну, да, надо скобки, конечно, сделать. Ладно. Не будем скобки делать, пофигу. Пусть так, пусть плюс будет. Ретик реплей, заменяем. S, так, если вот S остается, да? Где-то что теперь док. Еще разок получаем. Ну все, мы тут выйдем. А, да, ребятки, тут надо сделать еще такую вот проверку. И Frederick Search. Вот такую проверку, конечно же, надо делать. Frederick Search. Селт и селт не давайте селт есть селт нет, это специально надо сделать, чтоб что это за фигня есть. Ну, проверить, есть ли ссылка на следующую страницу. Если есть, то... Блядь, а тут-то есть. А здесь нет. Так, еще надо сделать...
пусть, ладно, пусть ускоренно считывает. Ну что, запустим как положено, только сейчас скопируем тот адрес, который вот этот вот адрес. Другой. А, вот оно. В. Так. Тут мы сейчас так раз вот это вот надо обязательно так сделать. Вот видите, прово походу закончил, почти закончилось. Ну, погнали, проверка. Как это нет? А, видите, PG33. Ну, естественно, PG33. Нет. Двоечку тут надо вставлять. Это мы просто для примера делаем. Двоечку вставляем, чтобы все остальные страницы с двоечки. Есть. Видите, есть. И 2 есть, и 3 есть. Так как и 2 есть, так же как и 3 есть. Ну, естественно, считывает это все. Мы сейчас посмотрим, сколько оно так. Давайте без экзита посмотрим, сколько оно считает раз. Это просто, ну может, чтоб не забанило. Ну ладно, давайте, пофигу. Вот. Видите, вот уже 5. Вот это вот 5 нету. Мы можем даже проверить. Вот здесь вот последнее, это вот 4. Но с 5, конечно, тут уже нету. Вот у нас прога определила, что вот с 5 нет. Так что так. Вот когда у нас нет, нам надо что-то делать. Break. Давайте напишем тут break. Получится ли что-то или нет. Мы по идее так выйдем. Мы по идее попадем. Привет. Вся вот мы тут. Давайте. Мы тут end. Ну пофиг, пусть уже я не хочу проверять сильно. Давайте посмотрим. Надо еще замедление сделать. Есть? Нет, мы тут end, видите, ребятки. Пятый нету. Так, еще надо замедление сделать. Так, ну сейчас я открою парсер ттт, вот наш проект еще один. Тут я уже забыл, как на C++ можно замедлить время, поэтому мы сейчас будем тренироваться. Давайте include и stream std handle int main. Ой. Return 0. Так, давайте, что нам надо? Цикл for t равняется 0 и меньше 100 и плюс. Cout и. Ну да, тут надо еще, конечно, скобки, я зря не поставил. Ну да ладно, вот так вот.
Запускаем эту программку. Видите, она быстро сработает. Теперь она замедленнее. Тут сделать замедление. Как его делать? Стик. Стик. Вот я не помню уже, как делать. Так, include. Windows. H. Гадость, а? Вот гадость, так. Не, ну чувачок, и вот так, да, похоже, Windows Flash. Чё он, блин, такое? Ну чё, вот и такое будет. Да, есть и такое, ну-ка. Да. Сикап, по-моему, сикап. Ну, чуваки, давайте сейчас посмотрим, замедлить время. C++. Сик. Давай, ну ладно, C++ замедление программы. Действие C++. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, чего слип, вот слип, да, нас вспомнил, слип. Давай, а 300, вот так, 3000, ну-ка. Чё будет, будет замедление или нет? Да, видите, пошло замедление. Ну и замечательно. Но мы сейчас сделаем, чтобы у нас разное было замедление, типа это кто-то обращается. Мы для этого подключим include kstdlib zingstdrend zingstdsrend include cc. Тут по-моему C. Да, есть C-таймы. Using std time. Ну, есть так. Тут теперь пишем, засеваем генератор, да, srand time 0. Ой, блин, уже я и забыл. Снова я забыл, как... Ладно, не будем это все делать. Давайте сделаем так, сделаем тренды. %10, давайте %10 сделаем. Так, пусть так будет, сколько у нас вылетит. Вот видели, что у нас получилось. Без эндла. Мы увидели, что у нас вышло. Ты видите, какие у нас фиговины получаются, да? 0,9 максимальное число, 0 минимальное. От 5 до 0, а как нам сделать? Сделать плюс 5. 5 плюс. Ну, естественно, тут... Пятерочка, это будет от 5 до, я не знаю, до скольки, короче, все. Ну вот. От 5 до, да, 9, вот видите, 5. И 5, и 9. Вот у нас в пределах от 5 до 9. Ну и время там, да, вот сделаем, допустим, 100, да. Чтобы разное было между запросами. Допустим, 100. Сто, 200, да? Вот это у нас будет от 100 и до 300.
числа. По идее от 100 до 300. Вот сейчас посмотрим. Ну вот видите, 100 минимум, ну тут должно быть 300 максимум. Тут мы его не увидим, но если мы сделаем тут еще нолик, добавим, по-любому будет где-то 300, которое максимум. А ну-ка давай, ну короче, 300 максимум тут отдать не нужно. Я просто не хочу шарить, выискивать эти цифры. Даже не 300, 299 по идее. Ну пофиг, так, слип, да, замедление, слип, слип, так, так, вот мы делаем разное замедление, и тут все вот, так, и проверяем, сколько, как у нас программа будет идти, смотрите. Ну, она по-разному замедляется, но сильно, очень сильно. Давайте нолик добавим, и тут... Ну чё, да тут тоже нолик. Ну, очень медленно, конечно, ну... Эти разное время. Где быстрее, где будет думать, чехлить от полдня. Ну такое, короче, типа, вот такая вот фигня, понятно, что мы это делаем замедление. Естественно, мы делаем это замедление в нашей проводке, так. Вот здесь вот так, 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 так. В самом классе. Вот здесь, так, где тут кастодолип есть у нас или нету? Нету, да? Ну, здесь давайте его подключим. Кастодолип, вот оно, exit. Using std random. Std random. И timing. SetTime. Time. Конструкторе, ну естественно со 7 с rend time 0, все засеяли 7. Ну это генератор, но нужно, чтобы нормально так, да. Ну я не буду писать, что так ясно, что это генератор конструкторе. А теперь вот здесь вот в самом низу. Ага, вот здесь вот, да, перед... Ну, здесь вот неважно уже где. Вот здесь вот мы кинем, да. Sleep friend, да. Вот эту вот строчку кинем. Ну вот смотрим, вот раз... Читала идет быстрая, да? Вот здесь вот надо обязательно кинуть разок замедление, да? Считала. И естественно, когда и естественно вот здесь вот надо кинуть, есть. Тут надо уже поставить continue. Continue. Мы сделали замедление и continue. Не, я не буду вот так было думать, так, Ctrl-X я сделаю сразу после для всего замедления. Continue, пусть. Continue, так, else нет, else break.
Так. Ну, мы тут Эндел. Так, ну тут, конечно, мы можем проверить, как нас вышло. Это ifres равняется curlog. Давайте так, ifres равняется curlog. Return true, Ctrl-C. А, void, видите, void функция. Тут handle. Ifres равняется curlog. Давайте if не равно curlog. Не равно вдруг curlog. То что нам надо сделать? Ребятки. Ну конечно сделаем field s равно s. Вот тут вот давайте вот эту вот штучку скопируем. Ctrl-C. Ошибку, просто ошибку обрабатываю, потому что она. Просто обрабатываем ошибку. Так. S. Ну и еще exit. Ну и exit 1, мы просто выходим. Вот эту exit надо удалить, не нужна она нам. Не равно curlog. Вдруг каким-то, если равно, естественно, равно, то return, ну просто выходим. Return можно не писать, так как мы написали, что возвращаем void. Мы тут Эндел, 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 мы тут Эндел, да, ну пусть будет, Селт нет. Селт одна страница, всего одна страница, Селт. Нет, тире всего одна страница, давайте. Нет одна страница, одна всего, нет. Страница, ну пусть так будет. Ну сейчас мы вот проверим, как наша вся функция надо, да. Так, Ctrl-S. Ну, давайте еще запишем функцию, которая сохранит все в файл. Что ли, деструктор что ли создать? Где его создать? Вот здесь давайте создадим деструктор. Деструктор. Вот опять, ребят, я забыл как же так. Я забыл как. Так, после чего он? После конструктора, да? Также ну, здесь в вале я тоже так же делаю, чтоб как они идут, так и я делаю. Блин. Чё за фигня, а? Смотрите, все нормально. Давайте все. А, ну мы до него не дойдем, ладно. Не, мы можем дойти все. Эту деструктору, эту. Хотя нам деструктор не нужен, зря его, наверное, написал.
Ну, что ты так было думаешь? Все, подумал. Сейчас проверим, вызовется ли деструктор. Просто интересно. Да, видите, вызвался деструктор, все нормально. Но нам он, я не буду все пока в деструкторе делать, потому что неудобно. Я сделаю специальную функцию, которая будет которую так save http. Капротная функция, это что вручную. Давайте вручную запишем, ради бога, без этих всяких функций. Я в пробном файле снова. Будем сейчас пробовать сохранять файл. Load. Большая функция, ребятки, большая функция. Так. И в стрим файл сейчас записать надо. И так, подключаем include библиотеку, ну, или как заголовочный файл для работы с файлами. FCT. I am using std. И в стрим. Ну и... открываем файл, что ли. If давайте текст .txt. А тут я уже забыл. Стрим. ATAPP, да? Какую выбрать, это самое интересное. Append APP, да? Эй, какие там еще есть? Badbit, Badset, что там есть, я уже не помню. Сука, ну мне надо заново. Так, а ну давайте, пусть АП будет. If, если нет if, ну то естественно надо тут сделать using std sur. If, если нету, то sur don't open file. Если функцию укажем, какая-то, да? Exit 1, вот так вот. Делаем выход. Так, дальше. Все нормально, то мы запишем. String s равняется... Да. Вот такая вот, пусть такая чепуха будет. Конечно же, тут сделаем string. Куда string? String. Ну, я с тестом использую все это, чувачки. Так. Как же его записывать? Это я уже не помню. Давайте так попробуем. FSC. S. Ну чё? Ты мне зачем звонишь?
все училище значит, ссылку возится. Теперь Фельдшер мне звонит, объясняет, почему я нашла. Офстрим, может офстрим, а не и... А, экстрим. Блядство, запись файла. Давайте напишем сервис, запись файла. Блядь, не ивстрим, а офстрим. Чувачки, тут я попутал. Ну тоже ничего страшного. Мы сильно так, давайте. Стрим. Ну не АПП, а по-моему это АТ. Нет. Если я не ошибаюсь, так. И конечно же тут С. Так вот. Я запишу, вот запустим, проверим эту пробу, как она работает, кусочек кода идет или нет. Так, и зайдем вот в папку с нашим файлом, вот видите, текст, все записалось отлично. Это я просто, чтобы вспомнить, как записывать, потому что я призабыл. Ну что, чуваки, в следующем уроке, наверное, начнем, да? Да, давайте, наверное, на этом этот урок остановим. Четвертый. А закончим в следующем уроке. Они просто большие будут уроки. Все, короче, пока. Ждите. Смотрите.